А это, ребят, троны. Именно коронационные. С вензелями. То есть под каждого царя делали свой трон для коронации. Именно вот, пожалуйста, трон Александра III. Это, ребята, арсенальное отделение дворца, кремниевые ружья, пистолеты, ножи. Вот такая красота, сделана каменьями. В принципе, я думаю, что здесь можно посмотреть эволюцию стрелкового оружия государства российского. Вот такая бабаха. Целая экспозиция. Здесь очень много оружия представлено, и стулы. Ну и не только. Ну, это, ребят, кабинеты. Там мы ходим по одному из каре. Гостиные, кабинеты. Везде полумрак, потому что только из-за сохранения. Ну и вот конечный зал. Карта самого плана Гатчины. Часы, картины, рукомойник. Ну и, конечно же, туалет. Мундир.